Ведущий выпускник факультета прикладной математики и процессов управления Михаил Валерьевич Мун. Настоятель школьного собора Петр Алексеевич Мухин. Глава города Рыбинск, города-партнера СПбГУ Дмитрий Станиславович Рудаков. Директор Академии ледовых видов спорта «Динамо» Санкт-Петербург Наталья Вячеславовна Скорлыгина. Призер чемпионата мира, чемпионка Европы по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, выпускница факультета международных отношений, госпожа Юка Кавагути. Ну что, давайте так, так как гостей, друзей университета действительно много, спросим, все ли присутствуют на нашем празднике, все ли поднялись на сцену? Нет, конечно, потому что сейчас под ваши аплодисменты я приглашаю на эту сцену ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Михайловича Кропачева. Мы рады приветствовать вас на нашем дне первокурсника. Дорогие друзья, я сначала должен огласить поступившие в ваш адрес поздравительные телеграммы. Я буду краток, но несколько телеграмм просто обязан огласить полностью. Ура! А кто сегодня этот выстрел организовывал? Студент наш? Кто стрелял из пушки? Неужели не наш студент? Сейчас будем выяснять, кстати. Если не наш студент, это нарушение традиции, потому что в этот день всегда стреляет наш студент. Все правильно. Этот выстрел в честь будущего математика сделал первокурсник Александр Гнусов, победитель Международной олимпиады школьников 2023 года по математике. Это действительно наш человек. Как спасибо, что вы обращаете внимание на такие моменты. Наш человек у пушки. Итак, я уже отошел, покурил. Мы прислали. Я ожидала тоже. Преподаватель университета. Там было написано. Председатель попечительского совета университета. Преподаватель и представляли сейчас. Дмитрий Анатольевич пишет: дорогие друзья, примите мои искренние поздравления с Днем Знаний. Начало нового учебного года мы встречаем его в стенах знаменитого Санкт-Петербургского университета, который в следующем году будет отмечать 300-летний юбилей. Желаю студентам и аспирантам интересного плодотворного учебного года, а профессорам и преподавателям гордости за свои дипломы, уверенности их будущих побед. В их будущих побед. Ура! Момент. Ура! А вот то, что происходит, не хотите приглашать? Давайте, я победила в этом микрофоне, да нет. Я такая, я буду поздравлять. Можете гордиться тем, что крайний петербургский академический жизненный этап, пусть он будет наполнен интересом и достижений. Удачи на избранном пути. Дорогие друзья, я сказать о том, что поздравления прислали заместитель председателя Дмитрий Николаевич Патрушев, Алексеевна Львова Белова, советник президента Владимир Ильич Толстов, контролирует Российское космического агентства Вероника Игоревна Скворцова, наш большой друг, председатель Высшего совета партии Единого Петербургского университета, конечно, выпускник Санкт-Петербургского университета Борис Юрьевич Ковальчук, первый заместитель генерального директора ПАО «Россети», член совета университета и, конечно, выпускник университета Андрей Евгеньевич Мур, совета директоров акционерного общества футбольного клуба «Фурсенко». Это поздравления, которые пришли на данную минуту. И таких больше, как вы, не будет, потому что вы поступили в день от 300-летия. Вы особые и будете особыми навсегда.
Сейчас мы выпустили книжку «Выпускники, первые выпускники университета». Уверен, пройдет 100-200 лет.